2,5 часа и почти 300 обращений. Наталья Комарова в очередной раз ответила на вопросы югорчан в рамках конференции «Губернатор онлайн». Темой очередной беседы стала поддержка многодетных семей в автономном округе. Жители региона спрашивали о доступности дополнительного образования, жилье, горячем питании в школах, летнем отдыхе. Всего прозвучали 55 вопросов. Один из них касался социальных выплат и субсидий для многодетных семей. Наталья Комарова рассказала, что готовится распоряжение об увеличении размера югорского семейного капитала. Родители получают его при рождении третьего ребенка. Сейчас сумма выплат составляет 116 тысяч рублей. Какой она будет после индексации, пока неизвестно. Сейчас заканчиваем эти расчеты, и исходя из возможностей, с одной стороны, потребностей и соотношения на первого, второго ребенка федеральных, и с другой стороны, потребности на третьего и последующих детей у нас в регионе, одновременно те направления, на которые может расходоваться средства югорского семейного капитала, будет определен размер его, исходя из, безусловно, увеличения.